парков продолжают масштабное озеленение городских улиц и общественных пространств. На центральной площади городского округа высадили бегонии, петунии и другие цветы. Здесь ежедневно трудятся десятки сотрудников объединенного городского хозяйства. Сегодня мы находимся на площади Ленина, где по поручению Дмитрия Владимировича Волошина мы разработали новый дизайн этой клумбы. Здесь полностью удалены старые кустарники и многолетние растения, которые были высажены. И мы приступили к высадке новых растений. Сюда завезли новый грунт, поменяли бортовые камни. Всего высадят более 100 тысяч цветов различных видов. Живые композиции из бегоний, календулы, гиацинтов уже появились в парках и скверах округа. Профильные службы не только делают город красивее, но и безопаснее. Так, на улице Дружбы сейчас активно наносят дорожную разметку. Некраска – это холодный пластик. Он долговечный, у него срок гарантии примерно 2 года. Мы продолжим дальше. Это только начало. Работы у нас еще много. Разметка должна быть видна в темное время суток, поэтому ее посыпают специальным светоотражающим веществом. Все основные работы специалисты проводят в ночное время, когда нет интенсивного движения. На улице Панфилова уже можно увидеть обновленную разметку. Специальное оборудование едет по дороге, что проще было, и наносит разметку по специально оставленным меткам. То есть занимает определенную площадь проезжей части, поэтому в дневное время, чтобы трафик не сбивался и город ехал, поэтому переносит в ночное время. Также в Химках продолжается ремонт опор освещения. Всего в округе обновят более 13 тысяч светильников и создадут 260 пунктов питания. В планах создания ситуационного центра, который позволит оперативно отслеживать состояние системы освещения, полностью работы завершат к сентябрю этого года. Юлиана Мазырина, Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, Софья Ткаченко. Новости Химки ТВ.